Армяне, которых выгнали из Фуд-Сити, попались на мошенничестве. Армяне, товар у которых руководство в оптово-розничного продовольственного центра Фуд-Сити в Москве на днях запретило выходить на рынок, как всегда, начали прибегать к мошенническим схемам. Как передает ДИАС, фуры с продуктами, выращенными на оккупированных территориях Азербайджана, незаконным путем сменили армянские номера на российские, чтобы заехать на другие рынки и там без проблем быстро продать свою скоропортящуюся продукцию. То, что армяне меняют имена, фамилии, это уже не новость, но теперь они меняют номера на автомашинах. Мошенничество раскрыл один из наших соотечественников, проживающих в России. Предлагаем вниманию читателей данные кадры. Саламдар herkese Rostov şəhərindən. Rostov şəhərin Oktoboy bazarındayıq. Qarışı. Baxın, verimənin nömrəsidir. Gizlədib nömrəsini. Sizə maraqlı bir şey göstərəcəm. Verimənin maşını nektarın tezlik gətirib. Baxın, ermənin nömrəsini dəyişib, rucus nömrəsi qoyublar. Son əlaçlarıdır bunlar, son variantlarıdır. Baxın.